Всем добрый день, вернее доброе утро. Вот хотела показать, чем я кормлю индюшат и цыплят. Это лук, крапива, пырей, вот это вот трава мокрица. Вот она. Очень сочная трава. Цветет она такими белыми цветочками. Вот. И здесь у нас одуванчик. Вот он более грязный, ну, то есть я сейчас его буду мыть. Вот, и одуванчик. Вот это меню из травы, которая у птицы. Ну,